Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Смотрите, я сегодня, ребятки, купила два куска тыквы порезанной. Один кусочек я почистила, вот семена из нее, и порезала сюда в противень. Я не знаю вообще, как готовить тыкву. Я понимаю, что это можно с ней делать какие-то там плацинды, это молдавское, по-моему, блюдо. На тюрочку тереть и там в тесто запекать. Не хочу никакого теста, ничего. Я ее приготовлю как гарнир. Ну, как солененькое, да, блюдо. Я ее порезала кусочками, никогда так не... Все просто интуитивно. Ну, какой цвет, как красиво. Она, кстати, очень вкусная сырая. Я уже наелась сырую тыкву, посмотрим. Я думаю, что все хорошо будет. Она очень вкусная. И брокколи. Я посолила немножко оливковым маслом его, хорошенечко так смастыла. И сверху травками присыпала. Всякие разные, там и розмарины, и тимьяны, ой, что ты только хочешь. Вот, и сейчас я это поставлю в духовочку, пусть оно у меня, ну, поджарится. Супер блюдо, супер полезно и супер диетично. В середине готовки я добавила 4 порционных кусочка лакса, лосося. И теперь у меня рыбка готовится с гарниром. Вот готовый ужин, мои хорошие. Вот так вот. Я ставлю назад в духовочку, и оно запекает. Итак, наше мегавитаминное, мегаполезное блюдо готово, мои хорошие. Запах шикарный, запах очень вкусный. Само блюдо очень вкусное. Ну, посмотрим сейчас, попробуем вместе. Ребяточки, готово наше блюдо. Вы посмотрите, какая красота, какая игра красок. Оно такое вкусное, оно такое сочное. Обалденно. Как все сочетается, все эти вкусы, это шикарно. Я прям рекомендую. И те, кто на правильном питании, и те, кто не на правильном, это просто очень вкусно. Всем самого доброго всего и приятного аппетита. Я также экспериментирую со смузи. Боже мой, какие хочешь есть варианты. Вот это вот, например, это замороженный шпинат, ананасики. Тоже заморожено. Все замороженное. И блоубери, голубика. Вот такая вот крупненькая она у меня. Давай. Засыпаем. Так, голубика. Сюда также можно добавить манго. У меня тоже есть замороженное. Я не буду сегодня сюда манго. Можно бананчик добавить. И, короче, взбивается, ребята, как это вкусно, а как это полезно. Да? Это как отдельный прием пищи может идти. У меня есть бананчик. Не буду, наверное, добавлять. Ну вот сейчас я переколочу это все и с удовольствием пообедаю. Ребяточки, можно экспериментировать как хочешь. Можно и яблочко туда. Можно и, я не знаю, и сливы. И тот же, я уже сказала, банан, манго, да, авокадо можно. Все, что хочешь туда. В общем, ребяточки, экспериментируйте, пробуйте. И будет вам очень вкусно. Я недавно купила упаковку, там 3 таких пакетика для смузи. Откуда у меня пришла идея со шпинатом? Смотрите, здесь, в этом пакетике, шпинат, тоже он спрессованный, идет такими кубиками, дыня, виноград, ой, и, по-моему, груша. Вот этот один пакетик там на стаканчик смузи получается. Мой лайфхак вам. Не покупать уже готовые, да, вот расфасованные. Лучше отдельно купить шпинат, упаковку. Самой вот пока еще сезон, да, можно там какие-то овощи, фрукты заморозить. И это самой просто миксовать и выдумывать, придумывать всякие разные, там, я не знаю,
варианты. Ну вот, как вариант, у меня сейчас будет шпинат, голубика и ананас. Я добавила все-таки один бананчик сюда, уже это все так перехорошу, перекрутила, взбила в блендере. По цвету, ну такой цвет, скажем так. Но это так вкусно. Это обалденно. Это очень вкусно. В общем, цвет вы ж поняли. Все зависит от того, какие овощи, фрукты вы положите. Но все равно. Какая красота. Буду любоваться. Любоваться и наслаждаться этой вкуснятиной. Как мороженое. Типа ешь мороженое. Но при всем при том, это вкусно. Это полезно. И это очень даже питательно.